В Калязне проходит межмуниципальный форум «Молодежь. Настоящее и будущее». Мероприятие, проводимое уже в 8-й раз, ставит свою целью формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, усиление роли добровольцев. Оно дает толчок молодым людям для разработки новых проектов. Главная тема форума в этом году – развитие молодежного взаимодействия. На открытии форума собрались молодежные делегации студентов и школьников из Кимора, Рамешек, Кесовой горы, Санкова и Калязина. Гостями мероприятия стали представители Министерства молодежной политики Тверской области, Федерации спортивного туризма региона. Как говорят, красота в глазах смотрящего, сила в ногах идущего, а вера в душе в каждом. Поэтому я вам желаю от этого форума получать максимальное количество удовольствия, завести новые знакомства и общение и быть буквально пытливыми, когда встречаетесь с экспертами, спикерами, для того, чтобы в свою копилку вложить новые знания и умения. Особая тема форума – связь поколений. Молодежь во все времена была и остается активной, деятельной, выдвигающей инициативы, оказывает помощь там, где она нужна. О такой связи нынешнему молодому поколению рассказал ветеран комсомола Калязинского района Александр Соколов. Время было очень интересное, и мы успешно решали молодежь того времени свои задачи. Я от всей души надеюсь и хочу пожелать, чтобы вся ваша энергия сейчас была направлена на решение задач развития, укрепления нашей страны. Вы наше будущее, у вас пытливый ум. Работу форума продолжили тематические площадки. Ребят учили создавать молодежные советы и работать в социальных сетях. Представители Федерации спортивного туризма Тверской области и турклуба ТВГТУ «Азимут» провели обучение по работе с туристическим оборудованием и снаряжением МЧС при тушении лесных пожаров. Глаза чем будем защищать? Либо очки, либо щиток лицевой защитный. Последний день форума пройдет в онлайн-формате. Ребята примут участие в викторине по избирательному праву, конференции по патриотическому воспитанию, обсуждению добровольческих и молодежных акций. Состоится дистанционная выставка конкурса «Выбросить нельзя, переделать» по вторичному использованию различных материалов.